Лично мой такой прогноз, что будет здесь 10-й International, последним International. Привет. Как думаешь, что будет с Дотой через 2 года? Что добавят, уберут или координатно изменят? Как это было с ландшафтом карты? Честно сказать, на этот вопрос из доната, спасибо за него, я отвечу так, что я думаю, что ничего кардинально не изменит. Были когда-то у меня и предложения, и мысли насчет того, что могли бы изменить, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы все прекрасно помним, чем это закончилось. Ни хренашеньки. Блин, а где я? Где я оставил этот варлустуск? Блин, я потерял это место. Представляете себе? Где костер разжига... А, вот. Ни хренашеньки же. Они просто перестали что-либо делать. Поэтому есть что-то у меня подозрение, что ничего не изменится кардинально. Кардинальные изменения в доте были когда-то. Как бы это ни было бы прискорбно, возможно, дота доживает свое на данном этапе своего развития. Лично мой такой прогноз, что будет здесь 10-й International, последним International. Но буду рад ошибаться, потому что, собственно говоря, дота — это моя жизнь, мое хобби, мой хлеб, все вместе. Без доты мне будет грустно. Станешь аналитиком артефакта. Ну, может быть и так. Ну, кстати, да, то, что они делают артефакт, оно намекает... Ну вот, это такой все-таки позитивный момент. Потому что делать артефакт, чтобы забить на него через пару лет... Ну, типа так себе делать проект на пару лет. А артефакт без доты существовать как бы не может, это факт. То есть это игры как бы это одно большое целое. Поэтому, может быть, я ошибаюсь и все-таки... Ну, блин, я не знаю, просто Valve прикладывают какие-то странные усилия. То есть они прикладывают усилия, да, к развитию, поддержанию своей игры, но какие-то странные. Не те, которые хотелось бы видеть. Хотелось бы видеть ивенты, развитие лоров. Хотелось бы видеть какие-то патчи интересные, какие-то вещи, привлечение новых игроков. Вот это все хотелось бы видеть. А вместо этого мы получаем сундучок очередной какой-нибудь. На этом как бы заканчивается развитие нашей любимой игры. Каждый год кто-то говорит, что Dota дохнет, но она не дохнет. Нет, она, конечно, не дохнет в плане того, что она все еще есть. Но за последний год Dota потеряла процентов 15 игроков. 15! Ни один, там, ни два. Более того, это даже не стагнация и даже не какое-то малейшее развитие, да? То есть Dota не приобрела одного нового игрока, она потеряла 15% своих игроков. Вообще-то говоря, это смерть скоропостижная в таком случае ожидает игру. Но я надеюсь, что все-таки что-то изменится. Все-таки, может быть, папка какой-нибудь так сильно повлияла в этом году на... динамику. Все-таки в PUBG действительно огромное количество людей ушло. Не только в PUBG. StarCraft бесплатно стал, люди пошли играть. Да... О, 20 дротиков, кстати говоря, это очень крепко, очень крепко. Очень крепко. Но не знаю, кто там из Dota пошел играть в StarCraft. Просто нужно, мне кажется, давать себе отчет в следующем. Dota и StarCraft — это совершенно игры разного типа. PUBG и Dota, как бы это ни было бы странно, они чем-то похожи. Ну, хотя бы тем, что они тимплейные, то есть это командные игры. И действительно, PUBG мог отжать у Dota часть аудитории, я в это изи поверю. А вот в то, что StarCraft, что-то слабо верится, если честно. Лор как-то развивает игру. На мой взгляд, лор развивает игру больше, чем очень многие вещи, которые, казалось бы, развивают игру. Людям очень интересен лор. Вот просто посмотрите, я думаю, много людей, которые сейчас здесь находятся на стриме, смотрят не только мой канал в Ютубе. Кстати, если не смотрите мой канал в Ютубе, то обязательно как бы подписывайтесь, там все дела. Но я думаю, что про типичную доту тоже многие знают. Парень делает неплохой контент. И, ну, я не фанат, потому что, как по мне, там... Все почти высосано из пальцев, все эти теории, которые он делает. Но это прикольно, я сам люблю теории. То есть я очень люблю, например,
Cut the Crap канал на Ютубе, где тоже много теорий довольно-таки. Они такие, понятное дело, что это, скорее всего, нет этого ничего, но прикольно. Типа, когда там, не знаю, Нео не главный герой Матрицы, или Джокер главный герой фильмов про Бэтмена, ну и так далее. Теории прикольные. А почему они интересны? Потому что людям интересен лор, они просто, ну, они хотят получить, а Valve не дают. Valve не дают, вот типичная Dota дает, молодец. Но, то есть, но сама популярность канала, она должна намекать на то, что людей интересует. Людей интересует лор очень сильно. Лор двигает игру вперед. Синематики красивые, ивенты, связанные с лором, и так далее, и так далее. А вместо этого мы просто получаем в рот Пангольера с Дарквиллу просто два героя, которые вообще никак не вписываются в лор происходящего. Просто рандомные какие-то в угоду Лолу, что ли, сделаны или еще чему-то, потому что они похожи на героев из Лола, объективно говоря. По внешнему виду, естественно. Вот. Собственно говоря. Свежесть. Пиздоты всем, конечно, будет плохо. Жаль будет про игроков, которые много лет потратили на нее. Гавин даже Аркану на Пуджане может выпустить, которую я так жду. Случайно сажал яйцо. Ну да, даже Аркан на Пуджане может выйти, вообще неизвестно по какой причине. Нет ни единой причины, почему она не может выйти. Он просто не выходит почему-то. Кстати говоря, если на китайский Новый год будет Аркан на Пуджай, то, блин, я боюсь, что эта Аркана будет... Ну, типа, китайский пуш какой-нибудь, я не знаю. Который кидает вместо хука этого дракона китайского. Такой вылетает и летит. В общем, будет... Не знаю, странно будет. Ярослав, у меня инвентарь Dota шмоток на 23к. Стоит ли начинать продавать шмотки или не стоит беспокоиться пока? Стоит. Да нет, не беспокойся. Расслабься. Я... Говорю, что Dota может закончиться, но все-таки, ну, на определенную перспективу. То есть это несколько лет, это не завтра и не послезавтра. Ну, просто так все как-то делается, что есть какое-то внутреннее опасение, что продолжится Dota еще, не знаю, 3 года, может быть. Вот сейчас будет 8-й International, потом 9-й, потом 10-й, это и есть 3 года, собственно говоря. Может быть, потом еще что-то. И могут Valve просто свичнуться на какой-то другой продукт. Но это еще не скоро. Ну, я вообще буду очень рад ошибаться, собственно говоря. Поэтому, я думаю, пока можешь не беспокоиться за свои 23к. И найдешь еще кому продать. Хотя, зачем нужны шмотки в Dota на 23к? Лучше бы ты их уже продал и купил бы что-нибудь полезное себе. Или маме. Подарок. Подарок маме на 8 марта, например. Или мне подарок на 8 марта, или Мэдисону, у него в конце концов день рождения 8 марта. Я, кстати говоря, когда первый раз услышал, я с Ильей и Мэдом знаком, хорошо, и он, ну, такой шутник, то есть на самом деле он почти все, что говорит, оно как бы, ну, как бы это рофлы все у него, то есть он такой рофлер. Он очень мало серьезного говорит, и иногда непонятно, когда он серьезно говорит, когда нет. И вот я как-то у него спрашивал, когда у тебя день рождения, когда мы там только познакомились, а он мне говорит, 8 марта. А я не поверил ему и не поздравил его 8 марта, он обиделся. Сказал, типа, не поздравил меня, а вроде друзья, бе-бе. Да я не ЧСВ, я не поверил. Я думал, он обманывает меня, ну как обычно, рофлит, типа, шуточки у него там, все вот эти вот прибауточки. Ну, деньги на подарки я и так смогу найти, проблема в другом. Из Dota действительно уходят люди и как-то ссыкатно запотрачены. А шмотки — это часть игры для меня. Понял тебя. Ну, я говорю, пока, на мой взгляд, париться тебе не о чем. Можешь пока это... попридержать. С шмотками, с этими никогда не знаешь, что случится. Знают же, я думаю, многие эту историю про Alpine Set на Урсу, который изначально стоил, типа, там, 50 рублей, ну, или, типа, там, 100 или 200, неважно. Небольших денег он стоил. А потом его удалили из игры, но те, кто успели купить, у них его не отобрали. Ну, чтобы не устраивать, так сказать, проблем лишних ни себе, ни людям. Valve сделали. И в итоге он стал стоить там $1000 за сет. Или типа того. Поэтому
принципе, бэм, бардель.